Ну как ты встал? Ну как я выйду? Там как лужа. Как я встал? Лужа. Что тебе там не нравится опять? Мне не выйти, там лужа. Что тебе вечно всем недовольны? Что тебе не нравится? Я тебе 10 раз уже сказала, лужа, проедь и куда я встану, вперед, по-твоему? Встань, чтобы куда я нормально вперед, вышла. Забор я тебе встану, да что ли? Да не вперед, первый сантиметр, нет, ты можешь ты проехать. Ты такая умная, иди и съедь сама. А поеду, ничего не случится. Сядь, пожалуйста, нормально. Будешь кушать печеньку, вафельку? Давай, что с твоим папой, мы ни на какой обед уже не успеваем. Ладно, кушай, кушай. Я тебе говорил, возьми спортивную сумку. Нет, взяла чемодан, теперь иди и тащи сама чемодан. В смысле спортивную сумку? Ребенок на 3 недели приехал, спортивную сумку. Нормально. Здрасте. У него, чего ему там? Он девка, что ли, ходить рядиться? Угу. Иди давай с чемоданами. Я не пойду, говорю. Иди сама. Что, покажи. Ну, это же просто шишка. Это не просто шишка. Это ребенок того дерева. Они должны быть вместе. Надо положить его рядом с ним. Ты какие-то глупости говоришь, Надя. Никакой это не ребеночек, а просто шишка. Это ты глупости говоришь. Шишечка живая и дерево живое. Послушай сама. Оно дышит. Ничего я не слышу. Может, тебе шапка мешает? Может. Лиза, одень шапку. Вот видишь, так всегда. Мне братья не разрешают услышать. Короче, у меня есть идея. Давай устроим сегодня дискотеку, а то у нас как-то скучно. А и что ты придумала? Мы можем позвать спортсменов, ну и можно соседний отряд. Но самое главное, спортсменов. Соседний отряд, это, конечно, хорошо, но спортсменов... А, но у них режим все равно не получится. Да пофиг на режим, самое главное повеселиться. А плейлист готов? Да. А вожатые разрешение дали? А какая у меня комната? Ты Марк Новиков? Да. 19-я, прямо по коридору. Спасибо. Что с вожатыми? Нет. Что? Ну почему я должна все делать? У нас самый отсталый отряд. Никому ничего не надо. А ты почему не помогаешь? Ты безответственная и эгоистичная. Не кричи на меня. Хорошо, Лер, я тебя услышала. Я поговорю с вожатыми, ты тогда займись всем остальным. О, новенький! Здрасте, я к вам. А какие кровати свободны? Вон. О, можно сок? Спасибо. Так, стоп. А, чё? А, он труппу репетировал, заснул. А. Ну ладно, я тогда пошел, потом вещи разберу. Блин, да что мне ей сказать? Скажи, что она тебе нравится. Ты что, совсем? Нельзя такое говорить девушке. Да почему нет? Скажи искренне, от души. Что ты его уговариваешь? Он все равно безнадежный случай. Thank you.
Все понял? Понял, я понял. Лиза, извини, извини меня, я больше так не буду. Ай, да я все понял, Лиза, я буду внимательнее, ну прости. Хорошо, я тебя прощаю. Знаешь, Надя, когда у тебя есть старшие братья, в этом даже есть некоторые плюсы. А где Надя? Не знаю. Какая же она красивая. Да ты надоел уже вздыхать. Иди и поговори с ней. Вообще не понимаю, что здесь сложного. Я бы уже давно поговорил. Хочешь, я подойду? Я сам подойду. Только она с Максимом мутит. Мутит? Размутит. Да хватит его уговаривать, он все равно к ней никогда не подойдет. Да, подойду. Мне только нужно придумать, что ей сказать. Иди! Да что мне ей сказать? Неудачник. Как можно? А вы Надю не видели? Пора, куда ты бежишь? Стой на месте! Ну что это такое? Мы же договаривались насчет дискотеки. Надя пропала, не можем же мы сейчас танцевать и веселиться. Что с ней случится? Мы же в лагере. И слушай, я сделала плейлист, поговорила с ребятами, вожатые нам разрешили. Но вместо того, чтобы классно провести время, мы ищем эту тупую мелкую. Послушай меня, у нас пропал ребенок, уже стемнело. Сейчас ты ведешь себя эгоистично и безответственно. Мы не вернемся в корпус, пока не найдем Надю. Это я безответственная? Я же все делаю! Ты не видел Надю? Нет. Хорошо. Смотри, какая луна красивая. Да. Знаешь, тебя там все ищут. Да, я знаю, я слышала. Знаешь, я все слышу. А все постоянно что-то ищут. А луна сегодня очень красивая. Да, я знаю. Я вижу. Девочки, быстро вставайте с земли. Что вы смеетесь? Ну-ка встали. Ром, ты где? Я тут. Рома, ты где? Я тут. О, так побежали. Побежали. Знаешь,
Я совсем не хочу уезжать. Понимаю. К тому же родители постоянно ругаются, на меня вообще не обращают внимания. А ты не пробовал им сказать, что любишь их? Нет, я не знаю, как это сказать. Когда не знаешь, как сказать, можешь просто обнять. Садись в машину. Нормально, он застегнут. Вывалится все оттуда, потом ты по всей машине. Ты что начала? Я тебе говорил, что не надо было брать этот чемодан. Не надо было, зачем тогда взяли? Ну и все, теперь сидеть нормально, спокойно. Ага. Проблемы какие-то у тебя? У меня никаких проблем, у тебя проблемы. Чего, сынок? Я вас люблю. У тебя тоже. Тебя тоже. Thank you.